Блин, я уже начал волноваться. Где ты был, ёб твою мать? Осматривал достопримечательности. И что интересного увидел? Толпы полицейских. Границу видел? Да, я видел границу. Что говорят по телевизору? Говорят, что нас возьмут в течение 48 часов. Надо думать о том, как перебраться через эту чертову границу. Чем дольше мы тут сидим, тем меньше шансов проскочить. Надо перебраться в Мексику сегодняшним вечером. Тогда завтра утром Карлос нас встретит в назначенном месте. Тогда он и все его ребята с почетом эскортируют нас в Эль-Рей. Где женщина? Что? Что значит что? Женщина, заложница ебаная. Ричард, где она? Она там? Какого хуя она там делает? Так, Сет, погоди минутку, Сет. Ричард, что у тебя с головой? Ты только не горячись. Да, я объясню, что случилось. Да, да, объясни мне. Мне надо объяснение. Что с тобой такое? Со мной все нормально, брат. Эта женщина пыталась сбежать, и я сделал то, что должен был сделать. Нет, эта женщина побоялась бы даже выплюнуть говно изо рта. Нет, нет, нет. После того, как ты ушел, она совершенно переменилась. Да. Скажи мне, это я виноват? Это моя вина? Нет, это не ты виноват. Это моя вина? Нет, это ее вина. Это не твоя вина. Это моя вина? Ты что, думаешь, я вот такой? Нет, я не такой. Я, блядь, вор-профессионал. Я не убиваю людей без причины. И я, блядь, не насилую баб. А вот то, что делаешь ты, ёб твою мать. То, что делаешь ты, блядь, нехорошо. Ты это понимаешь? Понимаешь? Блядь, просто скажи «да». Скажи «да, Сет, я понимаю». Да, Сет, я понимаю. Скажи «я охуенно понимаю». Да, Сет, я охуенно понимаю. Когда мы доберемся до Мексики, у нас будет все. И бабы, и отличная выпивка, и шикарная жратва. А все, что было, не будет играть никакой роли.